обманывать быстрее, им кажется, научиться. Поэтому люди изучают обман на разных уровнях, на автоматическом, программном, интеллектуальном, на разных. То есть, обратите внимание, в определенный момент времени полки магазинов были завалены книгами с названием, например, «42 способа манипуляции сознанием». Если вы возьмете этих авторов и начнете их пытать в гестапо и спрашивать, что такое сознание, вряд ли они вам ответят на это. Но 42 способа в наличии. Понимаете? То есть это симулякр. Самое натуральное. То есть управление сознанием, мы имеем дело с геометрической функцией духа. То есть, как бы, что такое управление сознанием? Это, во-первых, прежде всего, понимание, как оно устроено. А вы знаете, что сознание состоит из 16 машин. 16. Помните функции? 16 машин, отдельных машин, которая сама, каждая работает сама по себе и взаимодействует с каждой. А может и не взаимодействует, может работать в автономном режиме. Плюс к этому всему добавьте туда геометрическую функцию, систему координатную. То есть изменение одного элемента системы координат мгновенно меняет действительность. Поменяйте эталоны, и у вас все изменится. Поменяйте расстояние, у вас все и поменяется резко. Понимаете? Измените энергетическую составляющую, то есть необходимость что-либо делать и так далее и тому подобное. Силовую составляющую выставьте больше, чем у человека есть возможности это преодолеть, и все кардинально изменится. То есть поменяйте ему элементы системы координат, а мы говорим, что менять их одно удовольствие. Почему? Потому что он о них не знает. И все элементы системы координат он берет взаймы. Они принадлежат каким-то другим людям, не ему. Поэтому можно с ними делать все, что угодно ему. Помните, да? Поэтому, когда мы говорим 42 способа манипуляции сознанием, понимаем в крайне любопытную ситуацию, когда... Извините, люди не понимают, не имеющие ни малейшего представления о том, что такое сознание, как эта штука работает, начинают писать книги о 42 способах манипуляции сознанием. То есть они не понимают, что такое активный блок сознания, что такое пассивные блоки, откуда они берутся. То есть они вообще не понимают, что это такое. То есть вы помните, у нас целый семинар по сознанию был. Помните? Где мы рисовали всю машину сознания, доски не хватало. Как выглядит человеческое сознание. Но людям вот так не надо. Это очень сложно. Дайте прием. Какую кнопку нажимать? То есть, по сути, как говорил Бодриар, гаджет стал символом эпохи потребления. То есть, здесь нужно нажать просто кнопку. Вот, будьте любезны, дайте просто прием. Дайте нажимание кнопки. Делаю так, сознание становится такое. Отсюда появились измененные состояния сознания, понятия. Я всегда спрашиваю, измененное состояние сознания в каком из блоков? Они говорят, а что вы такое говорите? Я говорю, ну вот есть пассивные блоки и активный блок сознания. Активный блок это там, где мы сейчас находимся. Ну вот, мы сейчас, вот он, активный блок сознания. Но вам ничего не стоит сейчас подумать о доме, о жене, о двух дочках. И этот активный блок сознания уйдет в пассивный, а станет активным тот блок сознания. То есть одна геометрия переключится на вторую геометрию. Теперь вы уже там дома и так далее. И вы не здесь уже. Вас вот теребонь, конечно, вы о чем-то думаете. Вы уже не здесь. То есть активный блок сознания... Вот этот заменился пассивным блоком, а тот стал пассивным. А так как пассивных блоков у нас нормально, сознание, то мы можем менять их вот так. И в каком из блоков сейчас, какой активный, какой пассивный, мы не знаем. Никто даже не задумывается, это автоматически происходит. Подумал, переключился. Понимаете? И вот когда мы говорим измененное состояние сознания, в каком из блоков? Потому что... На самом деле мы с блочной системой имеем дело. Никаких измененных состояний сознания не существует у человека. Это глупость неимоверная. И уж точно, как они называют его, подсознание не управляет сознанием, а сознание не управляет подсознанием. Это идиотизм.
Я понимаю, что под сознанием они имеют в виду память. Или некую автоматическую функцию. Я не знаю, что они подразумевают под подсознанием. Так вот, подсознание, если это память, то она не управляет сознанием, она взаимодействует с сознанием. Поэтому сложно с людьми разговаривать, когда непонятно устройство совершенное.